Ну. Сегодня 7 августа. Отель Апсны, Абхазия. Вечер. Надвигается то ли дождь, то ли гроза. Очень душно на улице вообще. Ну, здорово. Много детей играет на площадке детской. Тут, кстати, для детей много всего. И детская комната, и программа насыщенная, мультики у них есть, и всякие мастер-классы проходят, и настольные игры у них есть. То есть прям вот целый день у них расписан для детей, то есть можно куда-то пойти, поиграть. Это все входит в стоимость путевки. Вот. Здесь очень много родителей с детьми. Рядом заброшенные отели. Вот видно первый, и там вот второй, чуть подальше. Там еще дальше есть третий отель заброшенный. Море бушует. Вот единственное, что тут ходят собаки. Здравствуйте. Еще здесь такая вот какашка. Видимо, прошлась корова, но почему-то не убирают. Вот это очень-очень, ну, неприятно. Потому что отель, в принципе, не дешевый тоже. Да, 6 дней у нас вышло на двоих 134 тысячи. В принципе, если не ездить по экскурсиям, просто тупо отдыхать здесь на море, то больше траты никакие не нужны, потому что завтрак, обед, ужин, все включено. И плюс помимо этого еще всякие ланчи есть. То есть в промежутках мороженое дают, напитки дают сладости, дают какие-то пончики там, потом что там еще дают. А вот сегодня давали люля-кебабы. С чем были они? С картошкой жареные. Между прочим, вкусно. У них картошка такая сладковатая. Вот. Вот, для деток тут и прокат есть. То есть, ну, для детей здесь есть чем заняться, детям. Вообще пляж работает до 8 вечера. Ну, молодежь здесь сидит на берегу, и в ночи сидит здесь, и пивасик выпивают, и, в общем, отдыхают. Ну, как бы так, тихо, спокойно, очень тихо, спокойно. Эти машинки у нас тут ездят. Вот. Ну, в общем, можно сюда съездить, можно. Каждый номер оснащен кондиционером. Вот. Ну, единственное, что вот у нас, например, 8 этаж, и, ну, как вам сказать, очень долго, хоть там у нас 3 лифта, но иногда вот эти лифты так напрягают, их так долго надо ждать. На каждом этаже могут остановиться, там кто-то поднимается со 2 на 3, господи, один этаж подняться тяжело. Хотя заходят нормальные здоровые люди, ладно, я понимаю, если там какие-то инвалиды или еще что-то. Заходят нормальные люди в хорошем состоянии, в здравии, и поднимаются всего на один этаж. То есть, ну, как бы, надо бы, конечно, этаж ниже. Единственное, что вид уже будет немножко другой, не так, как на 8 этаже. Ну, все равно. Вот. В общем, ждем мы в ожидании группы.